Всем здорова, дорогие друзья, с вами я, Саша Драгин. И сегодня, ребят, долгожданное видео по Black Rush. Играю, как всегда, на первом сервере под названием Red. Итак, ребят, думаю, много кто ждал, и это произошло. Не зря я сейчас возле копейки стою. Ребят, мы сегодня будем наваливать, как можем. Да, ребят, я решил, типа... Как-то по копейке там затонировали, да чё? Блин, надо ж подрифтить, ну почему нет, а? Это ж хорошо, это очень хорошо. Тем более, когда вот тут наша стоит копейка. На самом деле, ребят, сегодня будет очень интересно. Поэтому, ребят, всем приятного аппетита, кто кушает. И приятного просмотра. Ну а перед началом ролика хочу вас попросить несколько... так сказать, требований. Поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, те, кто этого не сделал, ну и не забываем писать крутые комментарии, ведь я их всегда лайкаю. Так, погнали садиться в нашу машину. Я думаю, сначала заедем за Ремкой, потому что будет максимум опасно. Я просто, ну блин, я не могу. Это ж круто. Так, хопа. Конечно, лошадок немало, но я думаю, ребят, я подумал, что вот так, оба, постановочка, то, что как бы продавать ее, но что-то так решил, что все-таки нужно до ума ее довести и сделать третий, ребят, стейдж. Сейчас, как все помнят, ребят, у меня первый стейдж стоит на этой машине. Вот, и... и как-то так. Так. Две ремочки, я думаю, купим, да? Все. Так, ребят, едем сейчас. Надеюсь, все помнят это место, когда был тест-драйв Skyline. Если кто не помнит, то ссылочка в описании, переходите и смотрите тест-драйв. Так, летим. Сейчас должна быть постанова. Так, оба. Ой, раз. Такой, минимализм, ребят. Что-то автобус тут. Оба, во. Так, неплохо. Так, что у нас там по бензу, ребят, но неплохо. Так вот. Насчет продажи, я ее хотел на самом деле продавать, я очень много на БУ рынке был, ее хотел продать, но что-то сейчас подумал, нужно сделать до ума ее и наслаждаться. Вот сейчас чуть авария не произошла. Вот тут, в принципе, сейчас можно будет вот так, опа, неплохо, неплохо. Сейчас еще, вот сейчас. Нет, блин, скорость маленькая. Где-то в пределах соточки надо, наверное. Вот сейчас поворот будет. О. Блин. Ну такое, ребят, согласитесь, со Skylight все-таки как-то лучше. Но, блин, ребят, это... что вы хотели? Это все-таки копейка. Я вот думаю, на третьем стейдже она будет ехать бодро. Неплохо, кстати. Вот сейчас можно еще... Так, блин. Я ручник слишком хорошо зажал. Вот, на третьем стейдже она, по идее, должна наваливать. На все... Так, ребят, светофор. На все бабки. Ой, светофор — это плохо. Проехали, наконец-то, светофор этот. И сейчас, наверное... Нет, ну там... ну чё, ребят, такое? Фу. Сейчас что-то должно быть. Во, вот это, ребят, уже что-то. Вот сейчас должно что-то просто-напросто случиться. Скорость неплохая. И... неплохо. Ну, сейчас скорость наберем. Вот, неплохо. Неплохо, неплохо. Все-таки нужно ее до ума доводить. А сейчас, ребят, помните, как мы тут со Skyline засели?
Ох ты ж красавчик, красавица. Ребят, нуля, ляпота. Неплохо. Во-во-во. Вот тут самое интересное будет. Эй, ля, красавица. Так, ну тут дороги уже дальше нету. Сейчас что-то должно быть, потому что я сейчас еду 120. Ну, плюс сейчас я еще разгонюсь. Вот резкий поворот и... Помните, я на Skyline тут не вписался? Сейчас я вписался, хорошо. Это, так сказать, место для учения дрифтингу. Вот сейчас, сейчас, сейчас. Опа! С травки ушел. Но, ребят, неплохо, неплохо. На травке зацеп-то меньше же. Тихо, нас что-то повело. Так. Сто 163 километра. У нее максимум. Почти максимум. Ух ты ж, мать моя, ни хрена себе. Не, мы задели. Охренеть. Ребят, чуть-чуть не повезло. А так, в принципе-то, миллиметраж. Неплохо. Вот так. Оба. Рано. Да? Чё, постанова? Хм. Неплохо. Говорил, по-моему, да? То, что... После сотки она хорошо набирает скорость. До максимума. Я не знаю, с чем это связано, правда. Вот, ребят, сейчас или никогда. Или воду. Сейчас или никогда, или воду. Идеальное решение. В принципе, сейчас можно в город сгонять. Неплохо. Так сказать, посмотрим. Ну, блин, тут дикие. Вот сейчас будет опасно. Тихо. Но мы соточку уже летим. Сейчас можно заложить бочочку. Неплохо тоже. Правда, задел немножко. Но, ребят, это вообще хорошо, в принципе. Я еще не наваливал так, честно. Не туда немного. Да. Чинимся. Что-то пацан помочь хотел. Так, пропускаем копейку. Я на самом деле, я не туда немножко нажал. И у меня получилось немножко не так, как я хотел. Так, что получается, ребят, кружочек тут сделаем. Ага, там светофоры. На светофоры нам нахер не нужно. Хотя, в принципе, там был зеленый. Тут заставили машину. Но, ребят, сейчас зато можно в тот поворот влететь, в который я не влетел. Момент истины. Не... Это было что-то. Сейчас это было тоже что-то. Ну, а я, ребят, целый. А. У меня отлетел багажник. Это нормально? Да. Вот так. Опа, ох ты ж красавчик. Красавчик я. Красавица она. То, что сделала, в принципе. Я говорю, ребят, третий стейшн сделает свои вещи, и машина просто будет дрифтить. Я, ребят, очень дрифтить люблю, хотя
На видосах этого и нету. Вот так. Опа! Пятачок скрутил. Чё? Сигналит нам чё? Чё, ребят, момент истины? Я почти влетел в пацана. Идем тогда до этого, вот сюда. Круто. Что ж, ребят, я думаю, на этом мы закончим. Было очень интересно. В общем-то, ребят, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.